Если вы собираетесь в экскурсии по Кипру, хочу вам показать такой буклетик, который собираюсь на самом деле выкинуть. Вот, но возможно он будет вам полезен. Потому что здесь есть краткая информация. Ну, естественно, тут много рекламы, я вам не буду ее показывать. Вот, бессмысленный, конечно, тур в Израиль. Только для верующих, может быть, он интересен. Вот. Рекомендую вообще взять машину и на ней покататься самостоятельно по Кипру. На всех островах, как правило, это достаточно удобная и распространенная услуга. Вот. Ну, на Северный Кипр вам, конечно, не удастся там, возможно, доехать, потому что там отдельная история с Турцией, с войной. Вот. Ну, полуиндивидуальные туры, конечно, они дорогие. То есть в любой момент вы можете нажать здесь на паузу и подробнее посмотреть про все эти экскурсии. Честно говоря, мы их не брали. Вот. А хотя нет, вспомнил. Вот сафари на осликах мы брали, чтобы детишек развлечь. Вспомнил. Надеюсь, это видео будет вам полезно. Вы поставите лайк. Ну, не стоит обязательно брать экскурсии именно от вашего туроператора. Посмотрите, какие еще есть предложения. Вот и памятка туристу. Обязательно солнцезащитные крема используйте, головные уборы. Вот, берите с собой воду, потому что не покупайте ее втридорога. Все любят недвижимость продавать. В общем, на Кипре нам, конечно, понравилось. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк.